Привет, друзья! Приветствую вас на канале Валдайский синдром. И хотим мы в этот раз продолжить нашу серию, которая называется «Мое снаряжение», и показать вам очередное приобретение, которое мы используем, будем, вернее, использовать для охоты и рыбалки. Это так называемый охотничий рыболовный тент. Ну, скорее, конечно, рыболовный тент. И покупали мы его в первую очередь для охоты за налимом. Называется он Fish Tent 2, фирма Trek Planet. Не знаю, ребята, долго я выбирал в интернете, чтобы такое купить, потому что задача стояла поставить нечто на берегу, чтобы это нечто закрывало нас от дождя, создавало комфорт и в то же время позволяло нам видеть реку и поставленные снасти. Долго выбирал, нашел на Озоне вот такую вот игрушку, повторюсь, Fish Tent 2, фирма Trek Planet. Поэтому сейчас вместе с вами мы его откроем и попробуем поставить. И посмотрим, что из этого получится. Находимся мы сейчас, кстати, на налиме, рыбалке, в замечательном месте. 14 октября, в самый, как говорится, сезон, на хорошей налиме реке. Поставим эту игрушку, покажу вам, как она ставится. Так вот, сейчас мы его поставим, а кому интересна сама наша налиме рыбалка, посмотрите нашу серию про рыбалку, увидите все, что мы поймали. Смотрим, ребята, как ставится эта штука. Значит, первым делом натягиваем вот это непромокаемое дно в том месте, где мы хотим находиться, лицевой частью к воде. Значит, у нас в комплекте идут два типа дуг. Длинная дуга и две короткие. Это еще короткая. Да, видно, две короткие. У меня одна длинная. Ну, ребята, извините, мы собираем его первый раз. Ни разу не собирали. Представляем себе, как эта штука собирается, весьма, так сказать, туманно. Давайте сначала вставим мою. Вот, вставляем длинную дугу, которая, в общем-то, играет роль непосредственно основной несущей конструкции. Вы же понимаете, ребята, это я импровизирую. Я эту штуку ни разу не собирал. Купил ее только исходя, скажем так, из наших потребностей. Когда ловишь налима, ночью идет дождь, а иногда и снег. А иногда и ветер с дождем и снегом. Тент — это не хрен собачий, а собачачий. Поэтому давай вот эти палки большие.
Вот здесь вот наверху есть такие завязочки, которые надо завязать, чтобы связать между собой дуги. Вот так вот, подставив дуги, мы уже, в принципе, обеспечили достаточную жесткость. Это, кстати, хорошей конструкции. Я вот, знаете, ребята, я достаточно, как сказать, доволен тем, что приобрел. А сейчас мы растянем растяжки и сделаем ее еще более устойчивой. Ну вот, ребят, вот такая вот конструкция, не бог есть что, как говорится, но тем не менее за 1350 рублей стоимостью, ну плюс 150 рублей доставка, грубо говоря, за 1500 рублей, конечно, вещь достаточно функциональная и нужная. Использовать мы ее будем на рыбалке, в частности, сейчас мы находимся на рыбалке на Лима. Кому интересно, посмотрите наши фильмы про ловлю на Лима. Кому интересно, посмотрите все наши фильмы про ловлю другой рыбы, про охоту, путешествия и все, что там на канале Валдайский синдром творится. Вот, а эту штуку мы будем использовать в дальнейшем, по-моему, неплохо. Для своих денег очень даже ничего. Поэтому, друзья, все. Прощаюсь с вами. До встречи на канале Валдайский синдром. Пока.